Если б знала ты, как хочу я тебя. Думал на уроке один парень про себя, про себя. Научил кухни, смотря. Молодая девушка еще она была, yeah. Сразу после института в школу к нам работать пришла. И наших пацанов свела с ума. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится, тебе понравится. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится, тебе понравится. На доске черчу таблицу Менделеева и случайно написал, что я люблю тебя, вот беда. Она со злостью смотрит на меня. После всех уроков мы остались не поем, yeah. Думал я, сейчас пойдем шампусика попьем. Ну а вновь и вместо бара мы к директору идем. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится, тебе понравится. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится, тебе понравится. Директор школы вызывает меня, который раз в кабинета. Я-то знаю, секретарша ему делает омлет. И вот опять его я вижу перед собой. Директор, мать его, не дружит с головой. Я думал, что все произойдет, как обычно. Непривычно, от него исходила эта личность. Симпатично. Ну что, сынок? А? Она понравилась тебе, ага. Я огорчу себя. Что? Она понравилась и мне. О-о-о. Знаешь, почему она работает тут? Почему? Ведь на такое место просто так не присесть. Короче, выговор тебе неофициальный. Ведь я же знаю, Стас, что ты пацан нормальный. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится, тебе понравится. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится, тебе понравится. Oh boy.